Но в свой профессиональный праздник полицейские не покидают посты. Среди них сотрудники отдела экономической безопасности и противодействию коррупции Алданского района. В 2017-м из незаконного оборота драгметаллов они изъяли 3 крупные партии золота. О том, как это было, стражи порядка рассказали нашим корреспондентам. У начальника отдела экономической безопасности и противодействию коррупции Алданского ОВД Евгения Панфилова работы много, как и всегда. Профессиональный праздник вовсе не повод отложить дела в долгий ящик. В понятие дел входит не только подготовка документов и формирование папок. Не только, конечно, кабинетная работа в городе, и в лесу бываем, и в администрациях, и везде как бы. Приоритетными направлениями выявления преступлений в сфере бюджета, золото-бриллиантного комплекса, лесопромышленного, здравоохранения, ну и так далее, много других. Профессиональный праздник капитан полиции Евгений Панфилов встречает масштабным трудовым свершением. В Алданском районе в 2017-м из незаконного оборота драгметаллов были изъяты 3 крупные партии промышленного и рассыпного золота. В доход государства обращено свыше 30 миллионов рублей. Это изъятие драгоценного металла золота в поселке Бельгачи, 1 килограмм 300 грамм. Также в городе Алдане, в банковской ячейке 2 килограмма и на стационарном посту ДПС в городе Тамоте 12 килограмм. В первых двух случаях изъятие проводили сотрудники ОБЭП. В третьем драгметалл был обнаружен постовыми ГИБДД. Это кадры оперативной съемки. Изъятые у преступников слитки и песок полицейские взвешивают и сдают в лабораторию для проведения экспертизы. Доказательства собраны, уголовные дела переданы в суд. Обвиняемые ожидают приговоров. Однако Евгений, а в полиции он служит 10 лет, по опыту знает, на службе, которая опасна и трудна, расслабиться не получится. Сотрудник положительный, на хорошем счету. У него коллектив, хотя 4 человека, да, но в настоящем, в этом году, да, отработали очень положительно. Несмотря на то, что итоги года подводить пока рано, руководство отдела МВД России по Алданскому району отмечает, что сотрудники отдела экономической безопасности и противодействию коррупции работают отлично. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.